Мы друг другу приглянулись. Что вы ему говорили? Вы у него спросите. Вы он вам расскажет. Я люблю животных. Как вы знаете, мы уже об этом много раз говорили. В 50-е годы здесь на Кавказе леопардов истребили целиком, полностью. Браконьеры. И вот в связи с Олимпиадой мы договорились о том, что будем восстанавливать популяцию.